Так, сейчас покажу, как формирую сырники. А то в прошлый раз народ спрашивал, не видно было. Я жарила сырники, не видно, пишут. Не видно, как формируете. Вот беру ложкой. Не знаю, сейчас-то видно. Вот. Здесь у меня мука. Вот так немножко в муке обваливаю. Придаю вот так форму сырнику. Смотрите. И вот так его в муке обваливаем, не сильно, вот так делаю шарик и вот так его со всех сторон. Оп. Вот так. Здесь у меня мука. Здесь у меня творог. Творог, одно яйцо, соль, сахар и ложка манки. Немножко постоял 5 минут. Вот так я его обваливаю в муке. Делаю кругляшочек. Вот. И вот так ножом формирую. Вот так. И сейчас на сковородочку выложу. Вот тут я уже 2 положила. Немножко маслечка. Не на сильном, на среднем огне. Так, сейчас еще покажу. Вот так. Сейчас я их продвину. Можно еще один даже. А вообще не буду еще один, потому что у меня там останется несколько штук. Вот так свободней тогда их раздвину. Так, ну что, посмотрим. Что у нас тут получилось? А, ну все нормально, можем вот так. Вот такие у нас получились сырнички. Все отлично. О, этот немножко недопекся, а ты? А этот отличный.
Все. Это все. Вот такие красавцы у нас получились сырнички. Еще у меня осталось вон 3 штучки. Сейчас допеку и все.